Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Продолжая свои видеообзоры, хочу показать вам два желтоплодных сорта. Это гигант лимонный и хурма. И рассказать, чем они отличаются. Они оба желтые, очень урожайные сорта. Вот сейчас вы видите гигант лимонный. Вот видите, ой, вот он. Он очень хорошо завязывается, он урожайный, вкусный, желтый. И есть такой же подобный, похожий сорт хурма, но у хурмы уже плоды, они немного, как у нее нет гигантских плодов, они такие, как более стандартные, выровненные, как шарами. И вот и внешне действительно похожи на хурму издалека, вот вы видите, хурма и хурма. И он более оранжевый, он желтый, но с оранжевым оттенком. Вот это вот у вас будет гигант лимонный, видите, желтые они большие такие. Как всегда, вот самые первые плоды повредил град, вот они гниют. Но все равно, если бы не град, если бы не эти дырочки, то очень хороший сорт, крупные плоды, очень урожайный, они такими дружными семейками. Гигант лимонный у вас будет светло-желтый, а если хурма, то вот такая оранжевая, размер с апельсин. Вот это краткий видеообзор, чтобы вы просто понимали, чем отличается один сорт от другого. Оба желтоплодные, оба сладкие, вкусные, но один побольше и светло-желтый, а другой поменьше и оранжевый. До свидания, с вами была Ольга Чернова.